На старт! Четыре круга бегом по лесу и два огневых рубежа. Даже для профессиональных спортсменов это большие нагрузки. А сегодня на старт вышли сотрудники уголовно-исполнительной системы, конвоиры, работники тюрем и колоний. В Саратов на чемпионат по служебному биатлону они съехались со всей России. Это не так, что сегодня взял и пошел стрелять. Мы довольно длительное время готовим команду. И стрелять, и бежать – это очень трудно, как бы после бега выстрелить в мишень. 12:31. Первый забег подходит к концу. Участницы второго только готовятся. Перед стартом обязательное взвешивание оружия. Курок пистолета должен выдерживать нагрузку в 2 килограмма. Если не выдержит, придется ему устанавливать, как должно быть. Саратовчанка Ирина Шедловская пришла к финишу первой. Она работает младшим инспектором в управлении по конвоированию. Дежурит на КПП. Этот чемпионат по биатлону – пятый в ее карьере. И каждый год она попадает в тройку лучших. Тренироваться начала с 10 лет. Сначала тренировалась легкой атлетикой. А потом, когда устроилась на работу, вроде как и освоила стрельбу. Ну, вообще, я довольна своей стрельбой и своим бегом. Ну, конечно, может быть, получше хотелось ногами. Но, в принципе, я так рассчитывала, как бы стабильно. Готовились к этому результату и показали этот результат. 3 километра кросса в перемешку со стрельбой и стабильного оружия. Очки за каждую дисциплину начисляются отдельно. Для женщин и мужчин условия одинаковые. Саратовская команда считается одним из лидеров соревнований. Стимул бежать быстрее у спортсменов есть. За победу на чемпионате они получат премии и подарки. Финиш! Елена Гришина, Александр Кравченко. Новости, Телеобъектив.